вот Лунка, Тетерев вылетел сейчас. И по дороге шел, фух, взлетает. Ну, правда, далековато, метров 15, наверное, от меня. Далековато для того, чтобы увидеть заранее Лунку. Думал, может, не один, может, еще будет. Прошел дальше по этой дороге, но нету. Один. Эх, красота какая. Снег блестит, на солнышко выходишь. Вот Лунка старая, вон еще одна старая Лунка Тетеревов. Были здесь, надо идти дальше, тут хорошее место есть, полянка, где они любят луниться. Вот он, Тетерев был. Сегодняшняя свежая лунка. Сегодня вылетела. Ну, здесь они любят луниться. Вот еще одна, но это не свежая уже, не сегодняшняя. Вон там какие-то следы. На лунку не похоже, но кто его знает, надо подойти. Только подходить надо вот так оттуда. Потому что если Тетерев, он залетит четко от тебя. А там деревья, начнет вот так между деревьев мелькать, не попадешь. Надо заходить, чтобы он взлетал на чистое, чтобы перед тобой было чистое место. Тогда легче будет стрелять. Там, наверное, кедровка, но все-таки нужно подходить как положено, потому что потом начнешь локти кусать, если окажется Тетерев, а будет уже поздно. Да, так и есть. Кедровка копала. Орешки ищет. Пришел сегодня Тетерева погонять. Хочу добыть на лунку. Ну, вообще-то хочу хоть как-то добыть. Выезжал на прошлых выходных. Нашел Тетеревов. Сидели 12 штук на березе, кормились. И такая частина, поляна большая. И я с одной стороны, они с другой стороны. По открытому месту не подойти никак. Пошел обходить вот так далеко, думал, обойду и из леса уже с той стороны, где они сидели, зайду. Ну, пока подошел, Тетеревов уже не было. И куда они делись, не знаю, не видел, в какую сторону улетели. Ходил целый день, ну, ничего не нашел. Сегодня мороз, ну, как мороз, наверное, 15-17 градусов. По сравнению с рабочей неделей было до минус одного потепления. Сегодня приморозило, но зато солнышко светит ясно, хорошо. Я поэтому сел кофе попить прямо на солнышке. У нас очень мало ясных дней, все время пасмурно. Сейчас в такую погоду было оттепель, а теперь приморозило. Снег уплотнился и хорошо идти. Прям чувствуется все преимущество лыж. Все достоинства их, когда ты не идешь, как на снегоступах, каждый шаг там, а
толкнулся и прокатываешься. Пусть понемногу, но все-таки каждый шаг прокатываешься, даже там по 20, по 30 сантиметров, если катишься, с учетом всего пройденного пути, у тебя накапливается такое большое расстояние, которое ты не идешь, а именно катишься. Устаешь гораздо меньше, ну и расстояние проходишь гораздо больше. Сейчас время 12, начало первого. Должны тетерева быть на лунках. Попью кофе, пойду дальше ходить. Где-то здесь они должны быть. Я думаю, что найду все равно. Ай, кофеек как хорошо заходит. Горячий. Блин, ну надо же было так облажаться. Вот они, два тетерева. Подошел, ну 6 метров до лунки осталось. Вижу, что не вылетели, вижу, что они здесь. Там вход, и высовывал голову, а вылета нет, значит он там. И начал показывать, нет, чтобы держать ружье наготове. Ну и потом можно было, вот этот, которого стрелял, вполне успевал. Ну, что-то замандражировал и промазал. Вообще позорно так промазал. Два хороших петушка было. Во как, больше десятка, 10-12 лунок, наверное, здесь. И вот те два сидели петуха, а эти уже пустые, вылетевшие. Но свежие сегодняшние лунки, может быть, утром вылетели. Где-то они здесь должны быть. Надо искать. А те два, ну, в метрах 50-70 отсюда, вот от этих лунок, отдельно лежали. Лиса тоже ходит, проверяет лунки.
очередной привал. Сейчас попью кофе и уже буду идти напрямую к избе. Тут будет несколько мест тоже такие, где тетерева собираются. Ну, лунятся такие хорошие частины. Зайду туда, загляну. В избу, наверное, приду уже затемно. Раньше приходил, сначала разжигал печь, растапливал и уходил потом охотиться. Вечером, когда приходишь, изба теплая, хорошо. Сейчас придешь, а там холодина. Еще надо будет топить, греть. Тетерка вон она села. Вообще могу ее добыть. Все, улетело. Все-таки точно она здесь сидела. Обходил, чтобы вылетела на чистое. А сюда подошел и потерял лунку. Не вижу ее. Пока выглядывал, она вылетела. Но она вылетела и села вот на дерево. 25 метров максимум. Спокойно, голова видна была, спокойно можно было стрелять. Но это тетерка, я тетерок не стреляю. Во всяком случае стараюсь не стрелять. Если уж из лунки вылетело и где-то там в сумерках там не разобрался, бывает, что завалю. Но так, когда вижу, что это тетерка, тогда не стреляю. Ну, нашел, очередную нашел, вытоптал. Вот две лунки, они пустые, уже старые. Может быть, это она и одна здесь живет. Вот и свет. Целый день с собой таскал этот аккумулятор. То еще удовольствие. Лента диодная от пауэрбанка не работает. Поэтому приходится таскать с собой аккумулятор. Вытряхнет снег называется. Так, ну теперь буду растапливать печь. О, привез. Тоже целый день с собой таскаю. Здесь было два баллона, кончился газ. Теперь до весны хватит.
спички в банке, чтобы не отсырели. Если так оставить, они отсыревают, а закрытый вот всю зиму пролежали и работают. Спальные принадлежности. На улице-то 20 градусов. Что-то я зря синоптикам поверил. Обещали 14-16. Я свитер не взял. Только одна термуха. До 20 градусов терпимо еще в этом костюме. А после 20 уже надо одевать свитер шерстяной. Иначе холодно будет ходить. Но сегодня не замерз, ходил, солнышко светило, нормально было. А вот завтра не знаю каково. Замерзну, не замерзну. Печурка гудит. Сейчас придет тепло. О, чаек горячий, хорошо. Что-то пока растопил, пока туда-сюда повозился здесь, а застыл, двигаться перестал. Так топчешься на месте, руки застыли. И сам вспотел, пока ходил. Сейчас свежо. Ничего, сейчас нагреется печка, будет хорошо. Надо ставить разогревать еду. Целый день один чай и конфеты. Вернее, даже не чай, а кофе и конфеты. Газ сейчас гореть не будет, замерзший. Снег набирать, топить, в умывальник наливать. О, с улицы заходишь, уже чувствуется тепло. Блин, ну какой кайф все-таки, когда есть изба вот так в тайге. Приходишь, и тем более, когда своя, вот своими руками сделана. Раньше я этого не понимал. Довольно часто мне приходилось ночевать в избушках, жить даже в избушках. Но это были не... сам я их не делал, это были чужие избы. Таких чувств не испытываешь тогда. Да, хорошо, конечно, ты приходишь с охоты, у тебя изба, но когда своя, это, блин, совсем другое. Как это объяснить, я не знаю. Сейчас, когда уставший ходил целый день, пришел, а здесь изба даже холодная, даже не топленная, все равно балдеешь. Так, ну что у нас, газ может уже заработал, тепло. Фу-ху-ху. А, сейчас потухнет. Ага. Надо новый баллон поставить. А, тут уже ничего не осталось. Вот так будет классно. Сейчас будет быстрее. Хотя и на печке уже зашипело. Хлеб замерзший.
что у нас здесь есть. Чья? Масло сливочное. Колбаса. Не густо. Ну, на этот раз хватит. Сегодня чай попить. Зима, хорошо. Холодильник работает на улице. Можно масло хранить сливочное. Жарить что-то и вот так просто поесть. Чай попить. Что денек сегодня шикарный был, мне подфартило, тетеревов нашел, то что упустил, это уж тут сам виноват. У тетеревов тоже был очень удачный день, из-под ружья прям выскочили. Мороз что-то крепчает, уже 22 показывает градусник. По морозу ходить ничего, ну вот снимать не хочется вообще. Руки мерзнут, аппаратура мерзнет, все мерзнет. Ну все, сейчас чай попью, я буду ложиться уже спать. Ну что у нас время-то? 9:15. Да, рановато спать. Наверное, еще раз чай придется попить. Изба протопилась. Печь все перевел в режим тления. Полную забиваю перед тем, как спать. Закрываю. В режим тления перевожу, так сказать. И 5,5 часов сплю. Вот через 5,5 часов просыпаюсь. В избе становится так прохладно, но еще даже нос, уши не мерзнут. Стою, там 3 полена, ну от них остаются угли, они еще тлеют, полностью не потухает. Закидываю туда щепок, чтобы хорошо разгорелось. Сверху опять накидываю дров, открываю поддувало, и она разгорается. Все, ложусь и дальше сплю. Еще 3-4 часа спокойно сплю, потом встаю, там ну, тепло, печка топится еще вообще. Хорошо горит, все, и в избе тепло. Очень удачно получилось печью. 5,5 часов спать, спокойного сна, не вставать, не подкидывать, ничего не делать, там не шевелить, не разжигать. Это очень хорошо для вот избы, для палаток. Прям очень хорошо. Вообще, я по моим наблюдениям, по моему опыту, вот сколько я ночевал в избушках, если печь буржуйка, то в избе тепло до тех пор, пока топится печь. Только печь потухла, все, становится в избе холодно. Нужно вставать и растапливать, разжигать ее опять. Если печь кирпичная, тогда да. Тогда она нагревается, она долго отдает тепло, там можно спать. А с буржуйкой, хоть будет потолок, хоть что там будет, все равно. Ой, ну все, напился, надо ложиться, валяться.